В спортивном комплексе «Мордовия» стартовало первенство страны по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. В соревнованиях принимают участие юноши 2003-2004 года рождения. В Саранск приехали 59 борцов из 19 регионов страны. Для них первенство России – возможность показать свое мастерство тренерам сборной и попасть в число ближайшего резерва для участия в международных соревнованиях. Это просмотр, они просто будут включены в состав сборной команды России. Вот, для дальнейшего участия в тренировочных мероприятиях. Вот, и как бы резерв это маленькие. Через год планируются первые олимпийские, сурдолимпийские игры среди юношей. Вот этот резерв будет просматриваться для укомплектования сборной команды России и участия вот в данных мероприятиях. Российские сурдолимпийцы занимают ведущие позиции в мировой греко-римской борьбе. С 2001 года они никому не уступают свое лидерство. В этом году чемпионаты первенства мира по греко-римской борьбе по спорту глухих пройдут в городе Владимир. Участники сегодняшних соревнований пока по возрасту не могут принять участие в данных стартах. Тем не менее, готовы проявить себя на российской арене. Регламент проведения турниров по греко-римской борьбе спорта глухих ничем не отличается от обычных соревнований. Юные спортсмены также борются два периода по две минуты по тем же правилам. Правила одинаковые совершенно. Вот. Единственное, просто останавливается схватка, дотрагивается до спортсмена вместе со свистком. Вот. И больше движения рук, просто судьи общаются больше со спортсменами. По итогам двух дней соревнований будут определены победители в 14 весовых категориях. Сегодня в числе участников нет мордовских борцов, но это не значит, что в 13-м регионе не ведется работа со спортсменами с нарушением слуха. Не так давно в спортивной школе Олимпийского резерва по борьбе имени Алексея Мишина было открыто соответствующее отделение. Работу с начинающими борцами ведут опытные тренеры Николай Слесарев и Алексей Воронов. После того, как ребята немного наберутся опыта и освоят азы борцовской техники, они также начнут штурмовать российские и международные пьедесталы. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев. Наши новости.